Здравствуйте, ребятушки. Приятная новость. Приготовились. Раз, два и три. Раз, два и три. Перечисляем, ребята. Это у нас Александроули. Так, кстати, обратно засунули. Вот так засунули. За это самовали. Это у нас после, естественно, будет Муджуретули. Естественно, Муджуретули. Потом будет Аладастури. Потом будет, ребята, редчайший сорт Ркацители розовый. Черенки Цоликоури, ребята. Вот Цоликоури. Это у нас цицка. Это у нас Оцханури. Оцханури саперави. Такс. Это у нас Цоликоури желтый. И Цоликоури зеленый, ребята. Ну что, сейчас начали за это самовать. Ну там саперави и ркацители там. Ты что делаешь, эй? Ты что делаешь? Мы в детстве наживались таких вещей. Ты нафига их жуешь, а? Ну, ребят, догадались, да? Это битум, блин. Блин, офигеть можно. Офигеть можно. Эх! Куда бы его положить, чтобы... А, вот здесь не достанет. Такс. Сейчас начали их за это самовать, ребята, естественно. Такс. Ну, наверное, и так вот. Взяли тачку. Тачка у нас там. Так, подожди, Джека, подожди, Джека. Джекуня, подожди. Так, это... Ну, да, по идее, пойдет. Но нам надо как-то уложить, укладывать, чтобы было покрасивее. О, отойди, отойди. Отойди. Здесь засыпем сейчас и потом подсыпем. Сейчас засыпем и подсыпем. Так следует.
Вот, ребята, как-то так. Естественно, я закончу. Закончу, когда я вот сниму потом итог. Поняли, да, ребятушки? Сниму потом итог. И, естественно, на досках тоже подпишу, что, где, чтобы потом сразу есть заказ, копнули, значит, там. И т.д. и т.п. короче. А это уже поверху придется. Или вот туда еще одну кочку засунуть. Вот. Да, Джека? Так? Джека, сидеть! Сидеть! Молодец, как я тебя люблю. Пауза, ребята. Вот как-то так, ребята. Видели, да? Вот как-то так. Короче, естественно, сейчас, ребята, чтобы застраховать себя и т.д. и т.п., укроем сверху, ребята. Сверху укроем. Можно старыми простынями, старыми, я не знаю, чтобы от мороза за это самовать. Естественно, ребята, почки и т.д. и т.п. мороза не боятся, но вот корни уже не должны замерзнуть, ребята. Потому что если корни замерзнут, да, считайте, что этот уже 50 на 50 будет саженец, понимаете, да, приживаться. Я даже вот тачку свою сломал. Ну, как сломал, она уже не держится нормально, но молодец. Ну, права у меня на него есть, на машину у меня прав нет, короче. Ну, все, ребятушки, вот как-то так за это самовались. Естественно, ребята, у Сахелаури тоже имеется, но он в гараже. Там в гараже и Аладастури, и Муджуретули, и Александроули. Но здесь, которую я новую свежую партию как бы получил, они у меня вот уже под песком. И сейчас еще покажу. Вот, ребята. Корни, естественно, в песке. Все подписано, все приписано. И т.д. и т.п. короче. Вот такие вот пироги, ребята. Вот. Как-то так. Ну, ребята, ну куда деваться? Стараюсь. И т.д. и т.п. короче. Ну, давайте, ребята, я сейчас их укрою, естественно. Ай, Джека, какой молодец. Джека, какой молодец. Как я тебя люблю, Джека. Люблю, в губы люблю целовать тебя. В губы только. Только в губы. Джека молодец, вообще аж бегом, ребята. Ну что, ребятушки, вот так я и храню, короче. Ничего с ним не бывает, естественно. Сейчас надо, короче, зайти в гараж, там... Старые куртки, муртки, ребята, за это самовать. И я вам скажу, даже если на них будет течка, если будет из крыши, ребята, это ничего страшного. Но песок у нас, естественно, ребята, влажный, больше некуда, понимаете. Да, вот эта влага, ребята, вот эта влага. Надо, сколько ему надо, понимаете, да, ребятушки. Вот как-то так, ребята, ну чё. Я с вами, наверное, да попрощаюсь. И т.д. и т.п. короче. Всем добра, ребята. Всем добра, естественно, кто ищет мира и добра на этой грешной земле. О, голос. Голос, Джека. Джека такой смотрит, типа, кто лает. Джека, молодец, голос давай, голос. А, голос. Голос. Голос давай. Голос. Джека. Ай, молодец. Голос давай. Ой, шеги нацвали, мамико. Папочка, чтоб тебя целовал всегда в губы. Ай, голос молодец. Голос. Голос давай, Джека. Джека. Ай, Джека молодец. Чтоб я тебя всегда в носик целовал. Целовал в носик, чтобы я тебя всегда. Джека молодец. Джека.
Голос. Голос. Не обижай папочку. Ава! Ава! Голос! Голос! Бу, бу. О, молодец, молодец, Джека, молодец. Голос, голос давай. Голос давай, голос. Голос давай, голос. О, о, о. О, о. Голос давай. Джека, Джека. Джека мой любимец вообще. Да. Я Джеку люблю, ребята. Очень сильно. Короче, все, ребята, давайте, пока-пока, короче, и т.д. и т.п. Короче, сейчас пошел за... так сказать, тряпочками укрывать, чтобы мороз туда не залез. А я вам скажу, ребята, что если там будет, короче, 10 миллиметров, да, миллиметров 10 фанеры, да, это уже минус 10 градусов держит, чтобы вы знали, короче, как минимум. Ну, давайте, все, пока-пока, ребята.